Снова добро пожаловать на кухню Тори. Готовим с вами сегодня запеченную брюшину. Что, собственно, все просто, опять же, чем хорошо это блюдо, так же, как и наше запеченное мясо, подарок мужу, переходите по ссылочке, смотрите. Тем, что сделала, поставила в духовку на 2 часа, 2 часа свободно занимаешься своими делами. Итак, что нам нужно? 1,5 килограмма у нас здесь брюшинка, 200 грамм морковочки, натертой уже на терке, где-то 4-5 зубчиков чеснока, черный перец и красная паприка по вкусу молотый, ну и, соответственно, соль по вкусу. Собственно, что я забыла достать? Я забыла достать вот эту штукенцию. Итак, что мы делаем? В морковку мы выдавливаем наш чесночок. Прищемила себе палец. Пресс. Только я так. Так, сюда. Немного нужно подсолить. Чуть-чуть буквально. Чтобы внутри наши. Эть, я рассыпала соль. Да что ж такое? Все, размешали. Так, морковочку пока оставили в сторонку. Наши перчики с солью вот так вот смешиваем. И всей этой красотой натираем брюшинку с двух сторон. Половинку сюда. Да, кстати, я забыла сказать, что еще нам понадобится капроновая нитка, либо этот, господи. Короче, капроновая нитка. Есть еще кулинарный шпагат. Кухонный. Ну, в общем, просто капроновая нитка. Чтобы эту всю красоту завязать. Все, натерли хорошенечко, поносили всю эту красоту. Далее. Морковочку выкладываем вот так, сюда. Вместе с чесночком. Теперь начнется самая интересная попытка это все свернуть и завязать. Помучившись энное количество времени, в 4 руки мы это сделали, мы его завязали. Теперь вот убираем все висящие края, заталкиваем туда эту морковку максимально, трамбовываем. Все, готово. Забыла, как всегда сказать, духовочка греется на 200 градусов. Все, переложили на противень. На противень у меня кусочек фольги. Из этой фольги я сделаю, ну, а-ля ванночку небольшую, вот так вот. Для чего я это делаю? Для того, чтобы, как я и говорила в рецепте нашего запеченного мяса «Подарок мужу», я налью на дно противня. В общем, на дно этой формы немножечко водички, чтобы, в общем, наша вот эта вся красота не приклеилась к ней. И отправлю в духовочку эту всю песню, ну, часа на 2, не меньше. Увидимся через 2 часа. Я подвисаю сегодня. Ты не заметила? Итак, дорогие друзья, так как у нас получился рулет очень такой толстый, да, то мы его почти 3 часа жарили. То есть, ну, мы проверяли градусником для мяса. Я вам в одном из своих видео показывала, как это вообще штукенция выглядит. В общем, прошло у нас 3 часа. Наш рулет готов, мы его немножечко разрезали, сняли с него ниточки. У нас прям чуток развалился. Но ничего, все равно это потрясающе вкусно пахнет. Это потрясающе вкусно выглядит, я уже захлебываюсь слюной. И в общем, мы ушли отмечать день рождения. А вы готовьте по нашим рецептам. Не забывайте радовать себя и своих близких. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Подписывайтесь на все наши паблики, Facebook, Одноклассники, Контакт, боже, Твиттер, Google Плюс, мы есть везде. Ссылки в описании. И мы скоро с вами увидимся. Пока-пока! Попытка завязать. Я не профессионал, поэтому такие красивые узелки я делать не умею. Это делают профи, если честно. Ну, в общем.
общем, я так думаю, что мне понадобится чья-то помощь. Да, и у меня, видите, она А разве с этой стороны не по-другому заглядать надо? Может быть, вот так? Не-не-не, у меня же тут все подготовлено. И ты спалишь, ты ж будешь. Я просто иногда смотрю, как это делают профессиональные кулинары, я прям умиляюсь, вообще не могу же ее делать. Ну, как-то это так ловко делают. Я неловкий человек, думаю. Ля! В общем, я сделала таких, поехали, попытка номер 158. Вот это так, эть, максимально пытаюсь морковку затолкать внутрь, эть. Ты мне помоги, я ставь камеру, и давай это делать вместе. Я не знаю, как вы, я не могу это сама. А может, мы на паузу поставим? Давай, ладно. Давай на паузу поставим.